вашему вниманию свою модернизированную самодельную батарею. Я постарался исключить в ней все недостатки, которые я видел в YouTube. Например, это наличие жидкости. Эта батарейка полностью сухая, выполненная, не имеет ни соли, ни уксуса, ничего не течет. Но в сухом виде она также работает. Влажность нужно поддерживать, конечно, в таком виде, чтобы влага из нее, свободная влага, не появлялась. Нет никаких химически активных реагентов вредных. Она может находиться где угодно. В качестве вот один электрод, это сверху фольга из пивной банки, ну лучше алюминий. Внутри медные электроды, я покажу, как я их там расположил на трубочке, и уголь, и секретный ингредиент, который находится между фольгой и углем. Вот показываю напряжение. Так. Полтора вольта.